Врачи со всех регионов страны собрались обсудить насущные проблемы. На заседаниях акушеры-гинекологи поднимают вопросы абортов, преждевременных родов, контрацепции и беременности. Задача же самого семинара – репродуктивный потенциал России версии и контраверсии. Повышение эффективности лечебно-профилактических мероприятий в целях сохранения репродуктивного здоровья женщины. Жаркие споры идут и целый день на конференции. Не вмещал зал всех желающих, которые приехали на конференцию. Сегодня идут все параллельные сессии в разных залах, разные темы обсуждаются. И я была свидетелем, что до поздней ночи врачи продолжают спорить, дискутировать и обсуждать. Я думаю, что в отношении образования наших докторов это чрезвычайно эффективное и успешное мероприятие. Наши специалисты, а также эксперты международного уровня, большое внимание уделяют теме бесплодия. В России эта проблема возрастает и требует постоянного внедрения новых технологий. Поэтому медики постоянно должны учиться, отмечает профессор. Также на сегодняшний день важен вопрос организации работы. На эту тему пройдет специальная сессия для главврачей. В рамках семинара в Зимнем театре проходит выставка. Специалисты представляют как новейшее оборудование, так и современные фармакологические препараты. Для специалистов важно посещать подобного рода выставки. И просто для женщин тоже важно видеть, что здравоохранение заботится о них. И все делает для того, чтобы новейшие методы внедрялись в здравоохранение каждого города. То, что Сочи в шестой раз принимает семинар акушеров-гинекологов, отражает высокий интерес современных медиков ко всему новому и прогрессивному, что происходит в медицине. А здравоохранению Кубани, отмечают в администрации края, есть чем поделиться с коллегами и есть чему стремиться. Игорь Кырпа, телекомпания ФКТ.